из жительниц города решила приобрести авиабилет на одном из интернет-сайтов. Стоимость документа составила чуть более 7 тысяч рублей. После того, как потерпевшая перевела указанную сумму, данный сайт стал недоступен, соответственно, авиабилет она не получила. Прошу жителей города обращать внимание бдительно и с точностью проверять те сайты, на которые они обращаются с целью приобретения билетов. Ну а также учитывать, что такие распространенные мошенничества в настоящее время, они преобладают. Ввиду этого жители могут стать жертвами таких аферистов. Согласно полицейской статистике, муравленковцы за 6 месяцев текущего года по вине разного рода мошенников лишились более 4 миллионов рублей. Сотрудники полиции возбудили 56 уголовных дел. При приобретении билетов необходимо в первую очередь это интересоваться сайтом, то есть проверять его подлинность, читать отзывы какие-либо, находящиеся в интернете. Кроме этого, действительно обращать внимание на стоимость билета, так как она вполне занижена, и это видно невооруженным взглядом.